Всех приветствую, я Елена, канал Дачный Креатив. Дозрели мы до покупки садового пылесоса. Купили на Озоне пылесос фирмы Bosch. Там три функции, три в одном. Выдувание, всасывание и измельчение. На самом деле покупка больше импульсная. Обычно у нас нет особых проблем со сбором листвы. С камней листва выдувается, а с травы муж обычно собирает листья косилкой. Но в этом году ранние заморозки, трава перестала расти уже в сентябре. Да и некогда было мужем пробежаться с косилкой. Доделывал колодец, пилил и корчевал ели и березы с северной стороны дома. И сейчас уже холодно, но листва кругом, и мне это как-то совсем не нравится. И у нас, к тому же, еще новый большой ракарий на лесной части участка, где много лиственных деревьев и кустарников. Так что листву, которую не выдует ветром, будем собирать пылесосом. Выдувать сначала, а потом собирать. Мы уже его протестировали и в режиме выдувания, и в режиме сбора листвы на разных поверхностях, и на площадке заезда, которая облицована плетником, и на траве, и в маленьком ракарии у двойных ступеней. Там каменная отсыпка и листва с барбариса, и в клумбе с березы, где также отсыпано камнем, и там листья от березы. Распаковку и сбор пылесоса показывать не буду, там все просто, и в интернете есть видео с распаковкой. Собирается он очень просто, с легкостью может собрать и женщина. Я думаю, что это будет мой агрегат, так же, как и измельчитель. Я тоже попробовала протестировать, работать с ним просто. Коротко скажу характеристики и продублирую поподробнее уже в описании к видео. Мощность пылесоса 3000 Вт, скорость регулируется как в режиме обдува, так и в режиме пылесоса. Две скорости. Металлическая, а точнее алюминиевая крыльчатка для измельчения внутри. Вес в режиме выдувания 3,5 кг и в режиме сбора листвы 4,7 кг. Длина шнура 30 см. Но больше и не нужно на самом деле. Разные насадки и для выдувания, и для сбора листьев. Воздуходувная труба и труба для всасывания. Есть защитная крышка для режима выдувания, которая закрывает крыльчатку. Удобная рукоятка и наплечный ремень. Собирается и разбирается для смены режима просто. Есть защита двигателя от перегрева и от заклинивания крыльчатки. Но в ракарии с мелким камнем лучше все-таки сначала выдуть листву, а потом уже собрать с травы. Объем мешка 50 литров. Удобно крепится, не мешает во время работы. Легко снимается потом. Есть грязевые дефлекторы на мусоросборнике, отводящие воду и грязь на землю. Можно использовать измельченную листву и в качестве мульчи, и заложить в компост. В компостной куче быстрее перегниет измельченная листва. Использовать во время и после дождя и при высокой влажности не рекомендуется. Но мы пробовали именно сырую листву и выдувать, и собирать. Даже попробовали режим выдувания на кучке щебня. Надеяться на то, что листва успеет подсохнуть до закрытия сезона, нет смысла. Но тогда же и лучше. Есть возможность протестировать пылесос в экстремальных условиях. Сегодня даже был град. Погода менялась. То солнце, то дождь, то снова солнце, то мелкий град даже, как крупа. И тестировали пылесос на влажной листве. Ну и теперь, собственно, сам процесс тестирования. Покажу все этапы. Потом покажу, что в мешке. Откроем мешок, как измельчилась листва. Затем разберем пылесос, снимем насадку для сбора листвы и покажу крыльчатку.
Закончили мы тестировать, набрался уже полный мешок листвы, так что заканчиваем тестировать. Вот такой мешок, здесь логотип Bosch, защитный кожух и, собственно, сам мешок. Вот такая листва, так измельчилась. Достаточно здесь плотно набился мешок и очень даже хорошо измельчилась. Кстати говоря, действительно измельчает, потому что когда муж собирает косилка, там просто листва собирается, практически не измельчаясь. Но только крупный листик, клёна или ореха измельчается. В основном мелкие листики косилка собирает целиком. А здесь смотрите, как все измельчилось хорошо. Начал сыграть, так что больше тестировать уже не будем. Убираем пылесос и покажу сейчас, что у нас получилось здесь в клумбе с березой. Листва с березой еще не до конца облетела, но собирать, наверное, будем уже весной, потому что скоро мы закрываем дачный сезон. И открываем пылесос, сняли насадку для сбора. Вот такая крыльчатка. Это механизм, который измельчает листву. Простенькая алюминиевая крыльчатка. Для того, чтобы убрать на хранение, нужно очистить и просушить. И высыпаем листву в грядки. Буду мульчировать грядки. Здесь мы еще не досыпали торфа. Досыпем торфа в грядки и замульчирую листвой. Конечно, в этом году уже не будем собирать листву. А в следующем году, я так думаю, что мне хватит на все грядки. Мешок выглядит таким образом. Его тоже, конечно, нужно будет просушить. Вообще, думаю, что если бы листва была сухая, процесс бы шел легче. Но на самом деле все проходило очень просто, без каких-либо затруднений. Вот такой мешок. Поближе показываю мешок. И листва шикарно измельчилась. Прекрасная будет мульча, и она быстро перегниет весной. Деревьев и кустарников у нас много, так что в следующем году соберем всю листву таким образом и будем использовать эту листву в качестве мульчи для грядок. На этом заканчиваю. Всем большое спасибо, хорошего настроения, не болейте. До новых видео. Пока!